Учебный год во всех школах Беларуси начался с урока мира и созидания. Разговор с детьми шел о том, как важно сохранить мир и насколько хрупким он бывает. Сеять разумное, доброе, вечное. Согласитесь, мы ведь привыкли, школа – место, где должно быть только так. Это «Развод». С вами Светлана Смык. Добрый день. Наверное, тихий ужас любых пап и мам – школьные чаты. Чего там только нет. Объявления о находках и потерянных вещах, обсуждение праздников, уточнение расписания. Совсем неожиданный контент в одной из групп украинских школ обнаружил Захар Прилепин. Скрины писатель опубликовал в своем телеграме. Нашему седьмому А доводят, мол, в новом учебном году в школах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областей особое внимание будет уделено национально-патриотическому воспитанию. Дело-то хорошее, важное. А теперь уточнение. Детей будут посещать представители правого сектора и полка Азов. Здесь без комментариев. Далее по тексту. Дети смогут рыть окопы, ночевать в блиндажах, изучать слабые места российской бронетехники, способы ее уничтожения и даже правила поведения в плену. Конец цитаты. Вот такой вот урок мира, добра и справедливости от нацистов. Новые подходы к образованию и в Латвии. Там, например, приняли закон о полном запрете русского языка. Чистки учителей в школах начали сразу же. В городе Лиепае уволили 12 преподавателей. О том, как дети будут постигать физику, химию и прочие не столь простые предметы на неродном, непонятном языке, никому нет дела. К слову, треть населения города – этнические русские. В Эстонии тоже пытаются делать вид, что никакой дискриминации по национальному признаку нет. Правда, получается плохо. Окончательный переход обучения на эстонский язык должен завершиться к началу 29-30 учебного года. С 1 августа 24-го требование владеть эстонским на уровне не ниже С1 станет обязательным для всех учителей. Между тем, сегодня 25% населения страны говорит на русском. А дальше начинается квест под названием «Где логика?». В эстонском МИДе заявили, в стране поддерживаются возможности для обучения на родном языке. То есть полное уничтожение образования на русском – это и есть такая поддержка. В принципе, понятно. Еще вот такое видео появилось в сети. Харьковский мэр показал, как готовят городское метро к учебному году. Там будут проходить занятия у детей, в чьих школах нет бомбоубежищ. Вероятно, будет учиться тот самый наш 7 А. Прилепин завершает свой пост словами: «Надо этих детей скорее спасать, чтобы они не рыли окопы и не учились самому откровенному и классическому нацизму. Школа ведь это про дружбу, про глагол и про тире».